Здоровье всей семьи в надежных руках. Это не просто слова. Это миссия клинического госпиталя «Мать и дитя». И наша работа по ее реализации начинается еще до появления на свет самых долгожданных членов семьи. Диагноз бесплодия – это не приговор. Об этом не понаслышке знают тысячи благодарных пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий госпиталя «Мать и дитя». Мы занимаемся лечением бесплодия 12 лет. С нами родилось более 2000 детей. Профессионализм врачей, высокотехнологичное оборудование, качественные препараты и эмбриологическая лаборатория, соответствующая мировым стандартам, все это обеспечивает высокую результативность и безопасность лечения. Но самая большая гордость отделения – это наши высококвалифицированные врачи и их бесценный опыт. Разрешите представить? Исхакова Лилия Фаргатовна. Смольникова Юлия Сергеевна. Рамазанова Лиана Альбертовна. Гайбадулина Алина Ринатовна. Цафиулина Милеуша Галимьяновна. Минкина Элина Рустемовна. Аминева Эльвира Ревенеровна. Морина Галина Викторовна. Руководит отделением врач-репродуктолог Валиева Надия Салаватовна. Первый этап начала лечения – это предварительная консультация, осмотр и сбор анамнеза. На репродуктивную функцию влияет множество параметров, поэтому врач внимательно изучит ваше состояние здоровья и индивидуальные особенности, даст ценные рекомендации и ответит на все ваши вопросы. В госпитале «Мать и дитя» каждому пациенту применяется исключительно индивидуальный подход. Поэтому в дальнейшем ваш личный лечащий врач-репродуктолог будет сопровождать вас на всех последующих этапах лечения. Еще одно обязательное предварительное исследование – это УЗИ органов малого таза. Для того, чтобы получить самую полную и точную картину, подходящий для него день цикла выберет ваш лечащий врач, а процедуру проведет специалист с большим опытом. Таким образом будет получен самый достоверный результат. Комфорт пациентов – это задача, которой в госпитале «Мать и дитя» уделяется особое внимание. В палатах отделения ВРТ есть все необходимое для успешного восстановления после процедуры, а медицинский персонал всегда рядом. Одним из основных этапов экстракорпорального оплодотворения является перенос эмбриона в полость матки пациентки. Это совершенно безболезненная процедура, поэтому анестезии не требуется. Но осуществляется она исключительно в операционной с использованием одноразовых стерильных инструментов. Во избежание ошибок, перед проведением процедуры эмбриолог обязательно уточняет личные данные пациента и количество переносимых эмбрионов. Во время переноса врач показывает эмбрион на экране монитора. Так будущая мама впервые видит своего малыша. Далее эмбриолог аккуратно забирает эмбрион в катетер и передает его врачу-репродуктологу, который, в свою очередь, под контролем УЗИ переносит эмбрион в полость матки пациентки. После всех манипуляций нужно внимательно следовать указаниям вашего личного лечащего врача-репродуктолога и ожидать заветных трехзначных цифр уровня ХГЧ. Одним из главных преимуществ работы нашего отделения является работа именно в многопрофильном госпитале. И есть возможность в любое время проконсультировать с ведущими специалистами не только нашего госпиталя, но и ведущих специалистов города Москвы. В нашем госпитале используются высокие технологии, работают компетентные специалисты, имеется полный спектр амбулаторных и стационарных услуг как для взрослых, так и для детей. Мы используем в своей практике только качественные оригинальные препараты и работаем на высокотехнологичном оборудовании. Это госпиталь, в котором представлены практически все виды лечения, которые возможны в медицине. За 15 лет с нами родилось более 1000 детей, а у нас работают одни из лучших специалистов в России. Это высококвалифицированные специалисты, которые обучаются и повышают свою квалификацию в центрах в других городах, в Москве и также за рубежом. Качество препаратов, эмбриологическая лаборатория, соответствующая мировым стандартам, помогает увеличить процент наступления беременности и обеспечивать безопасность лечения. Прекрасная лаборатория, прекрасно оснащенная эмбриология, прекрасные репродуктологи. Все это направлено для повышения результата эффективности беременности. Наша статистика приравнена к мировой статистике. Я обратилась в клинику «Мать и дитя», потому что наша семья захотела ребенка, а именно мы с мужем захотели ребенка. Долгое время не получалось. Обошли множество клиник, и все как один говорили, что у вас только ЭКО. После этих слов мне порекомендовали именно эту клинику «Мать и дитя».
Вот. В итоге было 4 переноса. На 5-й все же получилось. Сейчас я мама счастливого малыша, и все замечательно. Врачи прекрасные, все очень быстро, оперативно происходило, все вовремя точно, успокаивали и психологическую поддержку оказывали, поэтому спасибо большое. В клинику «Мать и дитя» я попала в 2015 году, когда стала на учет по ведению беременности с моим первым ребенком. А вот со вторым уже пришлось помучиться. Я пришла к своему, опять-таки, гинекологу. Она предложила мне пойти к Юлии Сергеевне, вот, Смольниковой. И вот я уже на 7-м месяце беременности. С первого раза все получилось. Первый перенос был очень удачный. И через 2 месяца мой малыш будет у меня на руках. Клинический госпиталь «Мать и дитя» номер 1 в России по числу циклов ЭКО. Наша компания – лидер в области акушерства, гинекологии и педиатрии. Мы успешно применяем все возможности современной репродуктологии и добиваемся главного – рождения долгожданного малыша. Клинический госпиталь «Мать и дитя». Здесь рождается будущее.